Вы слушаете авторскую программу «Открытое сердце» с Ольгой Онищенко. Программа, которая исцеляет, ободряет и помогает проходить трудные ситуации в жизни. Когда один человек меня очень оскорбил, когда он меня незаслуженно, я делал добро, этот человек меня очень обидел, оскорбил, как он только мог. И с моей стороны такая первая реакция: «Какой же ты негодный человек!» Такая моя реакция. Но вдруг я вижу дьявола, который стоит за ним, чтобы спровоцировать меня, чтобы я был такой, как он. Да. Чтобы я ему взаимоответил, чтобы я на него разозлился, как у него глаза горят таким адским огнем, чтобы у меня такие глаза были. И до меня дошло: «Боже, нет, я никогда таким не буду». Я пошел домой, склонил колени, помолился: «Господь, помоги мне, дай мне силы, чтобы я мог любовью победить это зло». И когда я так согласился, чтобы не иметь зла на этого человека, Бог делал чудо. На следующий день приходит этот человек, ты его знаешь, дедушка Андрей, жил с нами. Это был коварный человек. На следующий день он приходит ко мне и говорит: «Валера, доброе утро». Я говорю: «Что случилось?» «Валера, не знаю, что со мной случилось, я тебя обидел, я был виноват». Я говорю: «Я знаю, что случилось, дедушка Андрей, я вам прощаю».